Нападающий Каролины Евгений Кузнецов расторг контракт с Харрикейнс и продолжит карьеру в России. На хоккеиста претендуют клубы КХЛ, СКА и Трактор. Ходят слухи, что форвард уже договорился с командой из Петербурга. Однако родной клуб Кузнецова готов повторить предложение петербуржцев. Какое продолжение карьеры выберет Евгений Кузнецов? Питер или родной Челябинск? Следим за развитием событий. Наша трек за вратаря.